Известный научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии доктора Джошубаева продолжает осваивать новые направления в операциях на сердце. И на сегодня клиника обменивается опытом с ведущими центрами страны и города Нур-Султана в том числе. Подробнее в материале. Хроническая сердечная недостаточность является одной из основных проблем здравоохранения страны. Более 500 человек по области страдают хронической сердечной недостаточностью. Более 150 из них необходима пересадка сердца, чтобы нормализовать работу главного органа. Но это доступно не всем больным. Ведь даже по меру количество доноров сердца ограничено. Поэтому в последние годы внедряется альтернативный метод имплантации и трансплантации сердца. Этот метод позволяет продлить жизнь пациента до тех пор, пока не будет найден донор сердца. Эти уникальные операции проводились до этого в Нур-Султане, теперь они проводятся и в Таразе. Мы очень рады за наших уважаемых коллег. Мы давно знакомы, они нас воспитывали. Теперь мы помогаем эти технологии внедрять и за пределами Нур-Султана. Начатая операция утром завершилась успешно. Врачи поблагодарили друг друга за проделанную работу. Астана для нас. Приехали кардиохирурги из столицы, показали нам новую технологию и с удовольствием сделали вторую операцию. Все мы остались очень довольны. Во-первых, у специалистов техника и технология на высоком уровне. А потом, хотя они и молоды, у них уже есть колоссальный опыт и обучают нас хорошо. Поэтому мы очень довольны. Стоит отметить, что для повышения квалификации и знаний профессиональных врачей нашей области часто приезжают специалисты из других регионов и зарубежных стран. Главная цель – обмен опытом и демонстрация новых подходов к проведению сложных операций. Теперь местные врачи смогут проводить сложные операции пациентам с нарушениями работы сердца. Отныне люди не будут отправляться в другие регионы и за рубеж в поисках врачей для операции. Дана Самат Асылбек Жолшубек, Мейербек Сауранбай, 77 News.